Закончить строительство домика судейской, гаража, трибун, поставить КПП на визовой части, как мы лежали с правой стороны, произвести перекладку инженерных сетей, ну и подготовить подготовительные мероприятия, ну, по второму этапу. Все это строители обещают сделать в Академии биатлона до конца года. Подрядчик в подробностях рассказывает губернатору, как продвигаются работы на объекте. На его модернизацию в этом году заложено более 350 миллионов рублей. Уже сейчас трассу для спортсменов огородили, а на месте бывших трибун работает техника. Кипит работа и на партизана-железняка. За каких-то 3 недели строители снесли больше половины здания бывшего крайкома КПСС и уже заканчивают рыть котлован для будущей ледовой арены. Забиты более 200 комплектов свай. Рассчитываем на то, что до конца года будут выполнены все работы по фундаментам, будет выполнен технический этаж и будут закончены все монолитные работы по нулевому циклу. Проинспектировал глава региона и ход реконструкции стадиона «Локомотив». В перспективе здесь будет крытая площадка для тренировок хоккейного клуба «Енисей». Сейчас подрядчик меняет освещение и вскоре приступит к ремонту трибун. Для этого из краевого бюджета выделят дополнительно 27 миллионов рублей. Еще 700 миллионов, но уже частных инвестиций, до конца года будет потрачено на возведение ледовой арены «Платинум» на правобережье. До конца года мы планируем полностью поднять каркас здания, сделать остекление, приступить ориентировочно с ноября месяца, конец октября, начало ноября к отделочным работам, закроем тепловой контур и перейти уже к работам внутри здания. Строители работают круглосуточно 7 дней в неделю. Как показала инспекция, сейчас стройка и реконструкция всех объектов универсиады идет с опережением графика. Это и объекты на так называемой сопке, где у нас будут горнолыжные на соревнования, и больничный корпус в больнице скорой медицинской помощи. Там, ну, уже по прошлому объезду было видно, что мы там выигрываем на одном объекте год, на другом объекте полгода идет ускорение. Поэтому там таких сомнений, вопросов нет. Как добавил Виктор Толоконский, ближе к сентябрю начнутся работы еще на 10 объектах. Стройплощадки для некоторых из них готовят уже сейчас. Например, на территории Сибирского федерального университета, где будет располагаться деревня Универсиады. Яна Макаренко, Александр Ловицкий, Александр Ермошенко. Новости.